Вам нужно быстро и точно преобразовать видео или аудио в текст. С помощью Sonyx вы можете легко транскрибировать видео, создать субтитры или перевести контент. Sonyx доступен в бесплатной версии, но со своими ограничениями. Есть несколько планов платной подписки. Стандарт — это $10 за час видео. Существенно. Список того, что входит в подписку бесконечный, все рассказывать не буду. Сейчас для нас важно, что входит в бесплатный пакет. Для этого регистрируемся. Можно использовать свой аккаунт в Google. Нам доступно 30 минут, чтобы потестить возможности. Видео можно загрузить самыми разными способами. Я загружу прямо с компьютера, читает множество разных форматов. Есть только ограничение по размеру — 4 гигабайта. До получения текста всего 2 шага. Первый мы уже прошли, дальше можно или автоматически определить язык, или помочь Sonyx и выбрать самому. После завершения процесса он попросил меня ответить на пару вопросов о себе, а потом выдал информацию о результатах. Понял почти все. Есть слова, в которых сомневается, два слова не разобрал. Посмотрим. Вот, собственно, и весь текст из видео. Вверху любезно предлагает нам посмотреть обучающее видео, чтобы понять, что делать на этом этапе. Итак, что мы тут можем? Во-первых, сразу вижу ошибку. Английское название проги не понял, ну, может, акцент у меня такой, что поделать. Не беда, все можно править прямо здесь. Внесем сразу несколько правок. Кстати, правая и левая часть экрана взаимосвязаны. Если нажать на слово в тексте, то видео будет воспроизводиться с этого момента. Вам желательно бесплатные. Можно удалить часть текста, которая нам не нужна, и магия. Этот отрезок пропадет из видео. Вам желательно бесплатные. Хорошая новость. Их не очень много. Если два спикера определены некорректно, легко можно это исправить. Просто жмем Enter. И дальше только самим определиться, как будут звать второго спикера. Что еще можно сделать с текстом? Выделить фрагменты и сохранить как отдельный видеофайл, например. Жмем ножницы и все. Можно и звук отдельно, кстати, сохранить, но в бесплатной версии качество видео будет не очень. Если выделить текст с помощью инструмента хайлайтов, можно увидеть тайм-коды. Полученный результат легко переводится прямо в программе, причем выбор языков довольно внушительный. Вот только за качество перевода ручаться не приходится, тут я больше доверяю специализированным переводчикам. Хотя, может, зря. И забыл, чтобы быстрее править текст, можно задать автоматическую замену слов. Указываем, что нужно менять и на что нужно менять. Ставим точное соответствие, и правки будут внесены в весь текст. Если нас все устраивает, можно сохранить, например, текст. Жмем «Экспорт» и удивляемся количеству доступных форматов. Здесь и текстовые варианты, и много возможностей для аудио и видео. Как минимум для того, чтобы сохранить скорректированную звуковую дорожку. Помните, часть текста мы выкинули? Как максимум — видео, но об этом чуть позже. С ним есть еще интересные моменты. Как новинку Sonyx представляет, конечно же, искусственный интеллект. Он теперь есть везде. Здесь он способен сформулировать главные мысли всего видео, например, в трех предложениях. Это можно менять. А также доступна разбивка текста на тематические блоки. Я хотел попробовать и другие возможности ИИ, но, увы, лимит бесплатной версии им не позволил. Но там можно даже собственные промпты задавать. Например, попросить сформулировать основные мысли на другом языке, что-то классифицировать и так далее. Теперь субтитры. С ними Sonyx работает довольно мощно. Их можно создать на основе полученного текста и встроить в видео. Причем есть много возможностей по кастомизации, начиная от того, будут ли они появляться одной или двумя строками, и до продолжительности сцены. Кроме того, настраивается и сам шрифт, и внешний вид, от размера и положения до цвета подложки. Если субтитры готовы, смело жмем на Burn In, и нам останется только сохранить наше видео. Давайте сначала только посмотрим, как это выглядит. CCleaner использовался для удаления ненужных файлов. И еще одна интересность — интеграция. Sonyx можно связать с вашим зумом, например. Тогда все записи ваших встреч будут автоматически подтягиваться сюда и расшифровываться.
Но минус – это только в платных подписках Zoom с возможностью сохранения в облачное хранилище. Удобно, но зачем, если вполне себе можно и вручную загрузить? Есть еще несколько вариантов интеграций, их вы можете изучить самостоятельно, если есть такая необходимость. Что ж, Sonix, на мой взгляд, очень мощный инструмент, правда, с одним существенным минусом – стоимость. Но, с другой стороны, он экономит вам огромное количество времени, а время, как известно, – деньги. На этом все. Пожалуй, в современном мире самое главное – оставаться людьми. Во всех смыслах. Александр Рыбаков, Теплица социальных технологий.